Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y35, и сейчас я покажу вам, как включить режим разработчика. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «О телефоне». Здесь мы выбираем, по-моему, информация о программном обеспечении, да, находим номер сборки, нажимаем на него несколько раз, нам пишут, что мы уже разработчик, нам не нужно это делать, но если вы еще не разработчик, то нажимаете сюда несколько раз, потом может потребоваться пароль экрана блокировки, значит, возвращаемся обратно в настройки, выбираем систему. Здесь у нас есть параметры разработчиков, вот мы можем сюда войти, посмотреть, что здесь есть, что-то даже понастраивать, но лучше быть аккуратнее. И если вы захотите отключить данный раздел, то просто убирайте отсюда галочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.